Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Например, взять льготный жилищный кредит под 5-6% годовых не получится. ВТБ, Россельхозбанки и еще ряде кредитных организаций. Жалобы на это появились на специализированных форумах, а позже информацию о невозможности использовать мат-капитал для первоначального взноса подтвердили и в колл-центрах банков, пишут «Известия». Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока пенсионный фонд переведет им государственную субсидию за второго ребенка. В пресс-службе Центробанка «Известиям» заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие мат-капитал для льготного жилищного кредитования, закон не нарушают.